С окончанием отопительного сезона в городе традиционно дадут старт гидравлическим испытаниям на системах водотеплоснабжения. Первые испытания пройдут на тех котельных, которые не участвуют в предоставлении горячего водоснабжения. Это значит, что отключение ресурсов в домах самарцев на первом этапе испытаний не планируется. В частности, это касается Безымянской отопительной котельной. Касается вопрос горячего водоснабжения? Нет, там все будет. То есть там все будет. То есть потребители наши останутся с горячей водой, все нормально. Заблаговременно в Самаре уже началась подготовка города к следующему отопительному сезону. Традиционно в теплое время года на сетях теплоснабжения проводятся работы по ремонту и модернизации теплотрасс на отдельных участках. В этом году в планах произвести их обновление на 24 объектах. По 19 объектам конкурсные процедуры уже завершены. С подрядчиками, ресурсоснабжающими компаниями заключены контракты. Компании готовы приступить к работам. По 5 объектам идут процедуры, связанные с определением подрядчиков. В списке объектов, на которых произведут работы теплосетей в этом году, есть и внутриквартальные. В центре города, значит, достаточно стесненные условия, очень стесненные условия. Это Ленинградская, это Алексея Толстого. Стесненные условия, потому что, значит, здесь все-таки и сторонние сети, газовые сети, электрические сети, водопроводные, канализационные пересекаются. Ну и плюс еще, значит, те объекты, которые мы будем проходить под центральными дорогами. Придется тоже останавливать временное движение, но максимально будем сокращать это время. Как и в прошлые годы, такие работы намерены начинать под выходные. Подрядчики нацелены на то, чтобы переход был выполнен за 2-3 дня. Минимизации неудобств для населения по-прежнему уделяется особое внимание. Работы, сопряженные с переходом через дороги, предусмотрены в районе перекрестка улиц Гагарина и Мяги на улице Литвинова в поселке Зубчининовка. Завершить работы на всех объектах планируют к 15 сентября. А на участках вблизи учреждений и образования все должно быть готово уже к 1 сентября. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.